В пятницу 1 декабря я, Евгения Мангуби, представляю вашему вниманию заключительный на этой неделе репортаж трейдинг-центра WebTV. Итак, в первый день зимы внимание инвесторов сосредоточено на котировках рынка и производственных индексах. Кроме этого, ожидается, что Dow Jones продолжит расти после вчерашней рекордной отметки в 24 тысячи. Тем временем Forex Market под воздействием следующих тенденций. Курс евро и доллара снижается, так как фактор RSI движется вниз. Пара фунта и доллара по-прежнему подкреплена восходящей линией тренда. Пара доллара и иены продолжает расти. Долгосрочные позиции будут выше 111,90 пунктов со значениями 112,65 пунктов и 112,85 пунктов. Драгоценные металлы дешевеют, стоимость золота ограничена снижающимися скользящими средними и опустилась ниже линии сопротивления. Краткосрочные позиции будут ниже 1286 долларов со значениями 1276 долларов и 1274 доллара ровно. Серебро теряет в цене, так как фактор RSI продолжает снижаться. На этом все новости на сегодня. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central WebTV.